Джозеф. Джозеф. Черт, куда он делся? Итак, ладно, пусть сам защищается. Некогда отвлекаться, нужно найти Лесли. Итак, мы добрались до второй главы, пересечение пути она называется. Вот, и снова мы в кромешной тьме. Так, вижу значок, можно открыть проход, я вижу. О! Там у нас содержимое ходят. И фу! Мы находимся в какой-то вообще тут свалке трупов каких-то. Жесть. Так. Здесь-то у нас ничего нет. Нигде. Руки чьи-то. Оо, прикиньте, сколько их там. Жесть. Ку-ку, ребята. Ладно. Давайте. Откроем проход. Желтые бочки какие-то. Бочки так похожи на эти, как их. С биологическим оружием каким-то. Мусорки тут всякие. Телеки, смотрите. Сколько телеков. О, тихо, тихо. Его звали Рубин Викториан. Но теперь внутри мозга Стэм его зовут Рувик. Рубин гений. Именно он изобрел всю эту систему. Но мы не сошлись в намерениях. И что с ним стало? С Рубином разобрались. Вот что бывает, когда полагаешься на ненадежных людей. Рувик. Он знает, что я здесь. Да, друзья. Рувика нам еще здесь не хватало. Помимо... этой бабы с прожектором вместо башки. Еще Рувик. Полная жесть. Тихо. Что? А, это банка. Какой-то пупс лежит одноглазый. Тараканы. Куча тараканов. Так, мы здесь не одни, походу. Ого, ого. Да ладно. Вы прикалываетесь, что ли? Да ну нафиг. Помимо того, что здесь темно, да еще они тут... Куда ты побежала? Я не говорил тебе вылазить. Жесть, что у него с лицом? Так они еще, помимо того, что здесь темно, они еще и невидимые. Когда фонариком светишь... Он, походу... А, нет, глаза есть у него. Смотрите. Фу, жесть. Так, ладно. Топорик. Я вижу топорик. Ну, наверное... топорик надо взять. Так, 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 так. Давай-ка, давай-ка, по-тихому, по-тихому. Подобрать. Пробил убийцу в скрытом режиме. Зарубить топором. После удара топор исчезнет. Если незаметно подкрадетесь к врагу сзади, то сможете зарубить его одним ударом топора. Не всех врагов можно убить таким образом. Но у нас хоть какое-то оружие появилось.
друзья. Так, теперь надо как-то... О! Как он близко. Ну, у нас теперь хоть какое-то оружие появилось. Так, надо подобрать момент тогда, чтобы его... чекануть. Как раз он сейчас стоял спиной, был хороший момент, чтобы это сделать. Так, ну ладно, давайте сейчас подождем, пока он... Да что ты? Пройдет. Блин, он сейчас опять так близко подойдет. Можно будет рассмотреть его рожу. Жесть. Так, 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 так. И... Отлично. У нас получилось. Тараканов целая куча. Так, давайте вот здесь посмотрим, что есть. Я хотел сюда заглянуть. Так. Воу-воу. Чё за... О, звуки такие неприятные. Так, ну там ничего нету. Ладно, давайте двигаемся дальше. Так, мне показалось, или эта дверь была закрыта? Да ну нафиг. Еще одна тварь, что ли? Ну да, я слышу. Шаги. И там вижу... Какие-то... Типа, ну как их называют, рычаг или что это? Штурвал от корабля. Ну, короче, надо будет крутить. Так, ладно, давайте. Откроется дверь? Откроется. Блин. Такое ощущение, как будто он ходит прямо вот прям... Прям под носом у нас. Так, что у нас здесь есть? Ничего нету. Топорик давайте. О, топорик прям, блин, рядом с трупом лежит. Вообще, как всегда, резко так встанет, испугает. Нет, все нормально. Так, топорики есть. Отлично. Тихо, тихо. Так, где эта тварь-то ходит? Где-то ходит. Вот он где. Так, ну по той же схеме, наверное. Ждем, пока он... Так, а докуда он доходит здесь? Интересно. Главное, что прям до меня не дошел. Такое ощущение, как он прям в упор. Ой-о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 й. Так. Так, 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 давай, давай, давай. Отлично. Одним одержимым меньше. Так, что у нас здесь имеется? Главное не пропустить сейф.
Блин. Он что, не один, что ли, здесь? Есть еще кто-то? Садись давай. Так, здесь ящички, можно было спрятаться. Блин. Шаги ихние тут. Так, здесь у нас документ. Можно посмотреть, почитать. Не понял, что-то подобрать можно. А, ну как раз. У нас поистине жуткие новости. Наши подопытные умирают. При отключении от СТЭМ они не дышат. И лица у них искажены ужасом. Те, кто выживает, выпадают в кататоническое состояние. Они бормочут что-то бессвязное. От них ничего нельзя добиться. Мы не знаем, чем это вызвано. Мы не вносили никаких изменений в процесс. Вероятно, дело в коллективном сознании системы СТЭМ, которая продолжает расширяться. Эти пациенты, похоже, не выдерживают нагрузки. Нам нужны более здоровые подопытные. Возможно, они смогут очистить систему. В настоящий момент система неустойчива, и Мёбиус такого не потерпит. На сей раз винить во всем можно только меня. Наш новый прототип в маяке почти завершен. Когда все будет готово, я начну переделывать его в беспроводную систему. Даже если эксперименты с первой СТЭМ закончится неудача, устройство второго поколения позволит мне показать, чего я стою. Понятно. Какие-то тут всякие плакаты непонятные. Так. Ну, больше я здесь ничего интересного не вижу. Рубильники нельзя? Нельзя. Здесь можно спрятаться. Так, ну давайте откроем. Как же это все громко происходит? Я помню, в оригинальной игре можно было разбивать вот эти штуки. Да, и здесь также можно. Ой, не на ту кнопку нажал. Так, куда нам? Нам, по сути, походу, сюда надо. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. О, там ничего не просвечивается. Так, можно разбить. Ну, в принципе, у нас все равно нету ни оружия, ничего. В оригинальной игре-то вот эти вот ящики мы разбивали, там патроны, да всякий лут можно было находить. Здесь-то у нас, кроме фонарика, ну и теперь топора, ничего нет. О, нет! О, нет! Блин, ее здесь только не хватало.
Да вообще жесть. Блин, она как раз в ту сторону убежала. Здесь ничего нет. Вот это да. Блин, слышите, да? Блин, все ближе и ближе. Жесть. О, нет. Блин, что делать? Нам дорога только туда. О, черт. Сейчас что-то будет, наверное. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Пистолет, пистолет. Давай, 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 бери, бери его быстрее. Да ну нафиг, у нас пистолет появился. Давай, давай, давай. О, куски мяса такие, вообще жесть. Как мы давно этого не делали, да? Черт. Вот черт. Перезаряжай, давай быстрее, быстрее. А, он бежит, бежит. А, черт, черт, черт. Давай, давай, быстрее. О, жесть. Да сколько вас? Вашу. Да сдохни ты уже. О, нет. Давай быстрее, быстрее перезаряжай. А, черт. Ну, давай еще. Не подойдете вы ко мне. Не для вас, Кидман. Зрело. А, сдохни, тварь. Перезарядка, пока никого нету. Так, бежит, бежит сюда, на тебе. С первого выстрела, как арбуз лопнул. Жесть. Ай-яй-яй-яй. Взрывайся, взрывайся. Перезарядка. А, черт. Сдох. На. Хо-хо-хо. Отлично. Ой, ё-ё-ё-ё-ё-ё. Арбузов-то сколько? Сдохни, сдохни, не подходи сюда. Не подходи ко мне. Сдохни. Перезарядка. Быстрее, 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 быстрее. Чёрт. Ох ты, сколько вас? Да сколько вас тут? Жесть какая. О, нет. На. Тварь. Куда? Офигеть. Если Лесли здесь, то вряд ли долго продержится. Я должна его найти. Блин.
Вот это было жестко, просто жестко. И что, у нас теперь есть пистолет, нет? Да, пистолет в кобуре. Но почему-то я не могу выбрать ничего. Странно. О, нифига, да? Чё там какие-то... Фу, просто... Мясо. Да, это реально жестко, реально жестко. Чё, до сих пор отойти не могу. Так, ну хоть эту тварь мы отпугнули. Так, что у нас здесь-то еще есть? Ну, вроде ничего. О, сейф. Сейф, сейф. Отлично. Давайте подойдем. О, что-то так резко-то. Ага. Нужен пароль. Пароля мы не знаем. Значит, как у нас по стандарту, здесь должна быть подсказка где-то. Давайте искать. Подсказочку. Так, я что-то запутался. Подсказочку. Мы тебя найдем. Оп. Такс. Ага. Получается 13 вправо, 21 влево. И 13 вправо. Так. 13 вправо. Вот. 13 вправо. 21 влево. Вот. И 13 вправо. Нет, что-то не так. На тебе. Так. 13. 13. 21. Вот. 21. И 13. Есть. Пятый фрагмент. Отлично. Мы не пропустили, значит. А, вот и инвентарь. Кстати, у нас пистолета нет, а в кобуре он есть. Все. Так. Надо его развернуть, получается. И он будет вот так. Скорее всего. Так, еще 3 фрагмента. Блин, интересно, что же там на этом письме написано-то? Очень интересно. Давайте посмотрим. Мы тут дальше не дошли. Посмотрим, что здесь есть еще у нас. Подальше. Может, еще какая-нибудь интересная штука здесь завалялась. Это палеты лежат. Фу, стены в каких-то кишках непонятных. Ну
Да, здесь ничего нету. Получается. Да, обратно вниз. И я так полагаю, нам надо опять туда, куда убежала эта баба. Чудище это. С прожектором. Текс. Я вот видел туда большую такую дыру. О. А остальные? Я же сказал, ими можно пожертвовать. Они не имеют никакого отношения к твоей задаче. Если они станут тебе мешать, ты знаешь, что делать. Каждый раз он напоминает мне об этом. О, я слышу кошечку. Можно сохраниться. Кис-кис-кис-кис-кис. У нее даже тут еда есть, смотрите. Ну что, давайте воспользуемся моментом и сохранимся.